Натали и о вашей спутнице Парменелла. Я сегодня завершаю абонементный сезон, и я его завершаю одной из топовых российских джазовых певиц, причем не просто топовых джазовых, она отличается от просто джазовых людей тем, что она очень многообразна. Вот настолько же, насколько Анна Бутурлина, которая была в прошлый раз, она именно джазовая, природная, джазовая, концентрированно джазовая, настолько Армине, она многообразна, она романсовая, она афрокубинская, она джазовая, она полуэстрадная, она очень такая неоднородная певица, при этом все, что делает, делает профессионально. Именно это меня в ней привлекло. И я хочу вам показать, вот я, собственно, два концерта абонемента. Первый был посвящен начинающей Поле Зизак, а вот два – это две топовых джазовых русских певицы – Анна Бутурлина и Армине Саркисян. И сегодняшний концерт будет несколько странноватым. Он будет, в общем, не совсем джазовым, иногда совсем не джазовым, иногда очень джазовым, а иногда не очень. Он будет такой, знаете, немножко… Я его про себя, честно говоря… Гордо обозвал гурманским. Угу. Я сегодня привез такую гурманскую программу. То есть те слушатели, которые идут на джаз, они должны быть готовы к тому, они что... получат джаз, но не только. Но не только. Да. Понятно. Вы в Омске вот часто гость, и почему? Вам омская публика нравится? Нет, нет. Это частый вопрос. Да. Что значит нравится? Здесь мой абонемент. Угу. Я к вам приезжаю, я открыл у вас абонемент. Mm-hmm. Это значит, что три раза в год я к вам приеду и покажу mm-hmm. вам людей, которых вы не знаете. Mm-hmm. Музыку, которую вы еще не видели и не слышали. Если бы мне не нравилось, я бы не открывал у вас абонемент. Тут не только вопрос там, в гонорарах. Здесь вопрос еще и в том, хочу ли я это делать. Mm-hmm. А я хочу, потому что Омск в каком-то смысле для меня это тот город, в котором, опять же, могу так слегка гордо сказать, я для вас этот уровень джаза, я его вам открывал. У вас очень мало здесь всего было, но вот вместе с Омской филармонией мы в свое время приняли это решение, и я вам очень признателен, омичанам, потому что вы с такой горячностью откликнулись, так хорошо ходите на концерты, что у меня одно удовольствие для вас играть. То есть сейчас вот тот уровень, который, как вы говорите, открыли, он... Я показал вам планку, да, mm-hmm. да. И я с радостью вижу, что омская публика начинает принимать эту планку как должное. А это означает, что она уже не захочет иметь планку ниже. И это меня радует. Mm-hmm. Это одна из вещей, для которых я все это делаю. Для того, чтобы настоящая планка настоящего искусства, она была высокой. И чтобы ни одним только ширпотребом под названием попса были живы люди. Следующий приезд ваш на 7-8 июня. Это уже фестиваль будет, это уже не абонемент. Вот можно еще немножко о нем поподробнее сказать? Конечно. Фестиваль будет с участием лидеров и будет одновременно международным. Я привожу к вам 4 программы. Будут, приедут знаменитые близнецы, братья Бриль, сыновья Игоря Михайловича Бриля. Это замечательные саксофонисты, откровенные совершенно лидеры современного саксофона. У нас есть несколько как бы, таких саксофонистов, которые устанавливают планку. Игорь Бутман, братья Бриль, Тимур Некрасов, несколько таких людей, которые устанавливают. Вот братья Бриль и Антон Румянцев, это вот двое из тех лидеров, которые одни из тех, кто устанавливают сегодняшнюю отечественную саксофоновую планку. А Игорь сейчас в Германии. Приедет ансамбль «Эйот». Это сербский ансамбль. Его название, как мне объяснили сами сербы, оно обозначает некий маленький одинокий остров посреди большого-большого-большого озера. Вот так они представляют в этом мире себя,
И так они представляют в этом мире, значит, свою страну. Маленький остров посреди большого озера. И должен сказать, что когда я их первый раз услышал, я был приятно поражен. Они очень отличаются от всего того, что я слышал в российском джазе. Очень своеобразное мироощущение. Я про себя обозвал их стиль «космическое пространство ночного города». Это вот такое, знаете, некая смесь ощущения спейса, урбанистическое одновременно ощущение, с примесью одиночества и в то же самое время очень современное. Очень своеобразное такое мироощущение и очень профессиональные ребята. Они имеют очень хорошее европейское имя, и они обязательно должны быть на русской сцене. Эту музыку надо слушать. Она очень нечасто представлена. Ее очень непросто сделать и передать это. А также, вот я уже называл Антона Румянцева, он привезет программу, которая сделана на основе музыки Нирваны. И это, собственно, так называется «Нирвана в джазе», насколько я помню. Программа, которую пока что встречают везде, где он ее показывает, овациями. И он мною ангажирован на целую серию фестивалей. Он уже участвовал в моем волгоградском фестивале. Это был бешеный успех. Так что я его с удовольствием покажу здесь вам. И приедет молодая девочка. Она дочь знаменитого в свое время режиссера Юрия Шерлинга. Помните, был такой спектакль, тоже нашумевший, нагремевший в свое время, «Черная уздечка для белой лошади». Ну, посмотрите в интернете. Вот, это папа Шуры Шерлинг, которую вы могли видеть в разных уже и телевизионных, таких-сяких программах. Вот, и я привезу ее с такой тоже своеобразной программой, которую мы с ней сделали. Причем в этой программе я выступлю в очень непривычной для себя роли. Я выступлю в роли припопсованного джазмена. Это что значит? А вот так. Потому что это будет программа, которая называется «Хиты 80-х». Ага. И она будет сделана на основе не джазовых хитов 80-х годов, а эстрадных хитов. Угу. Вот такая, значит, такой припопсованный джаз, специальный, эффектный, сделанный именно для того, чтобы красиво, весело и с кайфом закончить фестиваль. И вот еще тогда уточню сразу по абонементу. То есть вот сегодня у нас Армине Саркисян, три концерта всего же в год, вы сказали, должно быть, да, в рамках абонемента. Да. Еще два когда планируются? Там вообще есть какая-то уже... Этого сезона? Да. Нет, этого сезона это третий концерт. А, вот все третий. То есть следующий... Была Полина Зизак и была Анна Бутурлина. Полина Зизак была осенью, и Анна Бутурлина была зимой. Сейчас весенний концерт, это концерт Армине Саркисян. То есть теперь уже следует. Все, теперь уже, мы же музыканты, мы живем не годами, а сезонами. И у нас сезон идет с сентября по июнь. По июнь. То есть летом какой-то перерыв сделаете? Ну, наш перерыв зависит от вас. Вы уезжаете на дачу и на курорты, ну и мы по Европам начинаем разъезжать, потому что вас всех нет. Все понятно. Да. А вот скажите, вы и заведующий кафедрой, и преподаете у молодого поколения, как вы вообще оцениваете? Полсекунды. Алло. Да, я слушаю. Да, я у себя сейчас как раз интервью даю. А, вы не можете ко мне подняться? Пропустят. Скажите, что вы Крамеру, что я просил пропустить. На служебном входе. На служебном. Дайте трубку. Алло. 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 Алло, здравствуйте, это Крамер. Я тут в гримерке сейчас на интервью, не могу спуститься. Пропустите, пожалуйста, ко мне вот там девушку с юношей. Ладно? А, одна девушка без юноши? Ну, пусть идет. Да, хорошо, хорошо, окей. Ну, вообще-то, вот то, что я вижу, меня радует откровенно. Вот то, что я вижу молодое профессиональное московское поколение джазовое, оно меня очень радует. И оно по многим параметрам превосходит мое поколение.
Но это нормальный процесс. Я думаю, что и мое поколение в свое время по каким-то таким параметрам опережало предыдущее. Может быть, чуть-чуть грустно сознавать, но тем не менее, вот то, что я вижу, молодые московские, скажем, пианисты, такие как Владимир Нестеренко, такие как Алексей Бекер, Яша Окунь, это все очень профессиональные люди с абсолютно европейским уровнем джаза, способные конкурировать на любом уровне с любыми музыкантами или способные составить достойную компанию звезде любого уровня. Никаких проблем. А когда я слушаю, скажем, уровень гармонизации у Володи Нестеренко, у меня просто слюнки текут. Потому что у меня другие плюсы. Но вот эта энциклопедичность их образования, уровень современного владения джазом не может не радовать. Я с удовольствием смотрю на молодое поколение. А в регионах удается посмотреть на молодежь? Вот где он... Иногда да, но вот, скажем, Алеша Бекер, он из Пермской области, из города Чайковский. Вот сегодня будет Сережа Корчагин. Он родился в Магнитогорске, а сам, значит, учился в Челябинске, уехал в Москву. Значит, вот оно, ваше молодое поколение, пожалуйста. Скажите, все-таки вот этот прогресс, он связан с тем, что совершенствуются мы, как бы, оборудование, технологии, или все-таки как-то, не знаю, внутреннее желание? Нет, просто растет планка, и в связи с тем, что в страну начали приезжать суперзвезды, эта планка очень повысилась, а это моментально отражается на уровне. Какую планку ставите, такой уровень общий. Он растет вместе с ростом планки. Мы видим, кто приезжает, ребята слышат. Потом, конечно, я же рос в информационном вакууме. Да, заходи, Арминочка. Вот как раз у нас. Да, концерт в 7. Это к вашим услугам, Армине Саркисян. Можно будет вам потом пару вопросов задать? Конечно, можно. Ну, наверное, продолжая эту тему. Сколько нужно времени, чтобы сработаться вот до этого? Арминка, бери стул. Еще раз, какой был вопрос? Да нисколько. Абсолютно нисколько. Сразу же. А можно открыть секрет? Если два профессионала работают, нисколько. Откройте секрет, пожалуйста. Все неизвестные записи на культуре, которые вы, наверное, видели, вот, наших дуэтов, делались за 5 минут до выхода в эфир. Тогда я была шокирована, на самом деле, потому что это на самом деле очень серьезно. Данил тогда приехал, по-моему, из Китая, был прям вот, то есть как бы не совершенно ночь не спавший. В неадеквате. Да, абсолютно. И у нас было всего минут, ну, 10 максимум. И вот все, что вы видели по каналу «Культура», делали за 10 минут. Ну, с огромным удовольствием. Весь вопрос. Я когда-то слегка издевательски заметил, что джазовые музыканты умеют то, чего, ну, на словах политики это умеют, а на деле нет. Джазовые музыканты умеют, во-первых, слушать друг друга, и, во-вторых, слушать друг друга внимательно и моментально идти на контакт. И при этом договариваться сразу, сходу, при вас. Вот. И... Если действительно встречаются два профессионала, которые разговаривают на одном языке, то, в общем, нисколько времени не уходит. Мне кажется, это не только в джазе. Это на самом деле, если два профессионала встречаются, так контакт происходит. Зависит. Дело в том, что когда встречаются, скажем, два профессионала академической музыки, там надо репетировать. Что это выученные тексты. Это другая специфика. Интерпретация и импровизация – это две разные специфики. А когда встречаются два импровизатора, и они как минимум доброжелательно настроены друг к другу, потому что импровизировать совместно, не будучи доброжелательно настроенными друг к другу, без взаимной приязни, практически невозможно. У меня не получается. То есть импровизация все-таки то, что нарабатывается? Это надо, чтобы... Все мои чувства залезли туда, а ее чувства залезли сюда. Причем это более серьезно, я считаю, чем то, что происходит в жизни, даже вот в партнерских даже отношениях. Да? Мне кажется, это более тонко, это более глубоко, это более серьезно, это более утонченно. Потому что это вот вся эта глубина одного человека и со всем объемом того, что наработано опытом, практикой в течение жизни,
должно абсолютно быть идентично, гармонично. Поэтому есть музыканты, с которыми мне неудобно и некомфортно работать. Это, я думаю, что не только я думаю, что многие так же. Это зависит от характера, от очень большого количества моментов, которые... И от сиюминутных взаимных отношений. Да. Потому что если человек тебе неприятен, и ты выходишь с ним на сцену, это провальный концерт. А вот в классике нет. Армина, можно вам вопрос? Да. Вот 11-й город, 11-й концерт, да. Они для вас вот все одинаковые или нет, вы стараетесь? Нет, конечно, потому что на сцене я с таким человеком как бы не украю. Нет. И никогда оно не может быть два раза похоже. От себя что-то пытаетесь привнести вот в каждый концерт? Вы знаете, мы все пытаемся, каждый из нас пытается привнести. Вся прелесть джаза именно в этом. И то, что вам, понимаете, дается основа, а вы уже делаете все, что вы... И ну, повторение, оно просто по определению не может быть, в моем случае. И особенно с Данилом больше. Я категорический противник. Даже играя одну и ту же тему из концерта в концерт, я категорический противник ее одинаковой игры. Я категорический противник схоластической канонизации. Я абсолютно убежден, что музыкант, как Чукча, вот, что видит сейчас, тот должен петь. Если бы с вами поехал какой-то слушатель по этим городам, он в каждом городе бы услышал... Абсолютно, он бы услышал одинаковые темы. Темы, да. Да, и потом на них не просто разные импровизации, а еще и с разными характерами, в разных темпах. То вдруг грустные, то печальные, причем то быстрые, то медленные. Может быть провал совершенно неожиданный. И это может быть как для Данила неожиданный. Mm-hmm. То есть то, что я чувствую... Это, вы знаете, это взаимопроникновение чувств. Чувств очень тонких, очень-очень-очень серьезных. А вы в Омске же первый раз? Первый раз. Вот, ну, я понимаю, что два часа... Мы не успели ничего понять, да, но, слава богу, вот, погода замечательная. И... Ну, как-то, может, прогуляться, планируете что-то там. Я бы хотела, если мы успеем, мы уже прямо на завтра выступление в Москве уже... Вы уже, да, нам уже нам рассказал, что да. Потом... Я постараюсь, может быть, чуть-чуть хотя бы. Хотя бы видно. По набережной, да. Можно? Да. Как вы считаете, в чем ключевая особенность джаза? Певиц, кроме способности к импровизации, ну, вот, природной. Что-то еще такое отличает, чисто внутреннее. Джазовых певиц, я не думаю, что какая-то там прям вот есть очень большая разница. Вы знаете, всех, что объединяет всех джазовых певиц? Надеюсь, что интеллект. Интеллект вместе с музыкальным образованием, которое необходимо для того, чтобы... И я думаю, что, наверное, так. Мне кажется, что единственное, что объединяет джазовых певиц, это то, что они поют. Ну, больше их не объединяет, на мой взгляд, ничего. Любовь к этому жанру. А потом они все поют настолько по-разному, да, настолько не одинаково, да, настолько не похоже. Единственное, что они делают общего, они поют, они играют. Это все, что их объединяет. Вот тут у нас есть план как раз объединить, да, день и ночь. Попробую. Двух совершенно не похожих друг на друга вокалиста, как раз Анну Бутурлину, угу, и Армине Саркисян. План такой возник. Угу. Вот. Как и когда он будет реализован, это сейчас мы думаем. Но вот это, для меня это даже интересно, потому что они настолько не похожи друг на друга обе. А вы вместе раньше? Были неоднократно, случайно совершенно, буквально недавно, в артисте Олега Лустрема. Имени Олега Мастрема, вот у нас одну пьесу, нам просто совершенно спонтанно возникла идея спеть вместе, и, вы знаете, с блеском просто, настолько неожиданно и для меня, и для нее, то есть какой-то был и такой, и я вот, да, я думаю, что почему нет, можно это в Омск приедете, если получится. С большой радостью, почему, конечно. Приезжайте. Да, собственно. Да, мы тогда вас... Благодарим вас. Тогда я буду, да, наконец переодеваться. Мне осталось 5. Thank you.
День и ночь роняет сердце в тоску. День и ночь кружится голова. День и ночь заломанным сказкой мне звучат твои слова. Твои слова только раз бывают в жизни встречи.
Тоже.